Понимаете? Никто не исключил возможность, что Азербайджан может стать наблюдателем или партнером. Вы понимаете? В том, что армянская страна исключает такую возможность. Как вы думаете? Если армяне... Но давайте мы опять будем исходить из точки зрения той нормативно-правовой базы, которая у нас принята в организации. Все решения, особенно что касается членства, партнерства, наблюдательства, значит, и другие вопросы, они принимаются строго консенсусом, то есть согласием всех государств. Если не будет согласия какого-то одного государства, ну, естественно, решение не будет. Для этого есть устав, для этого есть договор, которым мы руководствуемся. И вы, наверное, уже убедились неоднократно, что, в общем, даже вот при назначении генерального секретаря сейчас, сколько вот эта эпопея, да, длилась, но пока мы не достигли консенсуса, пока все главы государств не подписали это решение, решение не было принято. Поэтому не надо здесь как-то вот это, ну, подходить к этому вопросу, что кто-то где-то что-то там сказал. То, что Юрий Иванович сказал, Юрий Иванович сказал с точки зрения той, что у нас двери не закрыты ни для кого. У нас любое государство может изъявить желание стать партнером, наблюдателем или членом организации. Но ведь есть определенные ограничения, и они все изложены в нормативных документах. Почитайте эти ограничения, и там все станет понятно. А то, что кто-то с трибуны там говорит или где-то в колуарах говорит, ну вы извините, у нас не только об этом говорят. Все, спасибо. В парламенте Армении обсуждают продажу оружия. Благодарю. Все, извините. Вы знаете, я не торгую оружием. Самолет, все, извините.